ходе аукциона был определен подрядчик на строительство школы на более 2000 мест в жилом комплексе «Гусарская баллада». Контракт получило монолитное строительное управление номер один. Объект будет возведен за счет средств бюджетов Московской области и муниципалитета. Ввести школу в эксплуатацию предполагается уже в 2023 году, сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.